Стационарных лагерей отдыха для детей в Туве станет больше. По информации Миноборнауки Тувы, нынешним летом в республике планируется открыть около 200 оздоровительных лагерей. Или на 5 лагерей больше, чем было. Дополнительные базы позволят почти на 3000 человек увеличить количество отдыхающих за сезон. Если в прошлом году лагеря посетили более 17 тысяч детей от 7 до 15 лет, то нынешним летом в них смогут отдохнуть около 20 тысяч человек. Новые лагеря уже включены в реестр регионального Министерства образования. Среди них лагерь Ражехем при Хандергейской школе-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья, Шолбан-Ак при школе номер 1 поселка Кызылмажалык и Серебрянка в поселке Кахем. К ведению Миноборнауки республики отнесены 176 лагерей, которые рассчитаны на 15,5 тысяч детей. По линии агентства по делам семьи детей будут работать 18 лагерей для 2 тысяч школьников. Еще 930 детей примут 2 профсоюзных лагеря – Чагатай и Серебрянка. Чуть более 600 ребят отдохнут в лагерях Орленок Тандынского района и Отчизна в Кахемском районе. Почти 14 тысяч ребят отдохнут в лагерях с дневным пребыванием, расположенных в самих школах. Более 5 тысяч детей проведут лето в выездных загородных лагерях. Палаточные лагеря предполагается организовать для 30 школьников. До 1 апреля планируется сформировать штат работников, которые будут обеспечивать отдых детей. От педагогов и медиков до технического персонала. К работе с детьми Миноборнауки с помощью регионального штаба студенческих отрядов намерен привлечь в качестве вожатых студентов. Все они пройдут обучающие курсы на специально организованных семинарах.